Чудесный день представляет. А давай маме нарвем полевых цветов. Хорошая идея, давай. Ой, смотри, арка. Но откуда она здесь взялась? Еще 5 минут назад ее не было. Да, это интересно. Пойдем в нее заглянем. Как-то страшно. А вдруг там что-то неизведанное? По-моему, ты начитался сказок. Пойдем, не бойся. Ну, давай. Видишь, арка как арка. Ничего странного. Пойдем. А мне все-таки как-то жутковато. Не бойся, пошли. Ну вот видишь, ничего страшного не случилось. А мне как-то здесь не по себе. Я себя чувствую каким-то очень маленьким, что ли. Ой, ой. Кто это был? Похоже на божью коровку, только гигантскую. Смотри, вон она сидит. Ничего себе! Посмотри вокруг. Здесь же все огромное. Это камень. Божья коровка. А посмотри, на каком цветке она сидит. Где? Вон же. Подними голову наверх. Ничего себе! А деревья ты видел? Куда же мы попали? Что это там за странные существа внизу? Надо бы посмотреть. Может, они подойдут моим деткам в качестве игрушки. Как прикольно они передвигаются. Пойду-ка спущусь за ними. Ой. Приветствую вас, незнакомцы. Здравствуйте. Кто вы такие? Мы динозаврики. Не отвечают. Еще раз. Приветствую вас, незнакомцы. Кто вы такие? Ну мы же говорим вам, мы динозаврики. Наверное, они не умеют разговаривать. Или от страха языки проглотили. По-моему, этот гигантский попугай нас не слышит. Да, мы, наверное, для него настолько маленькие, что звук просто туда не доходит. Что будем делать? Давай убежим. Давай. Давай на три. Раз, два, три. Бежим. Куда это вы собрались? И даже не попрощались? Я вас так просто не отпущу. Раз вы говорить не можете, я заберу вас в свое гнездо. И когда мои детки вылупятся, вы будете их развлекать. Я думаю, вы им очень понравитесь. Ну что, любите летать? Отпустите нас, отпустите! Ничего, пора привыкать. Пожалуй, я посажу вас сначала в отдельное гнездо, чтобы вы не повредили мои яйца. А когда детишки вылупятся, тогда я отдам вас им. Пусть играют и развлекаются. Устраивайтесь поудобней. И не скучайте, я скоро прилечу. Что же мы будем делать? Не знаю. Сами мы отсюда никак не спустимся. И на помощь звать бесполезно. Нас с тобой здесь никто не слышит. Неужели нам так и придется жить теперь в гнезде?
Боже, коровка, помоги нам, пожалуйста. Она нас не слышит. Нужно громко говорить. Если она прилетит еще раз, будем кричать. Да, ты прав. Ой, я такой голодный уже. Может, хоть листиков пожевать. А вдруг они здесь ядовитые? Лучше потерпи. Ну, не знаю даже, что лучше. Отравиться листиками или умереть здесь с голоду. Хватит хныкать. Боже, коровка! Давай еще громче. Божья коровка! Ой, кто здесь? Это мы! Но кто вы такие? Мы динозаврики! Вас так плохо слышно! Что же вы так тихо говорите? Да мы и так изо всех сил уже кричим! Помоги нам, пожалуйста! Что-что? Помоги нам, пожалуйста! А чем вам помочь? Ура! Услышала! Мы домой хотим! Домой? А где ваш дом? Ну, для начала ты спусти нас на землю, а там мы уже разберемся. Хорошо. Только подождите, мне нужно слетать покушать. Ты что? А вдруг прилетит попугай? Хорошо, уговорили. Сейчас спущу вас вниз. Аккуратно, 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 не раздави нас. О, спасибо тебе. Счастливо оставаться. Пока. Как все-таки приятно снова оказаться на земле. Ой, не говори. Пригнись. Ой. Ты как? Вставай. Ты не ушибся? Ну, больно чуть-чуть. Что это упало? Давай посмотрим. Ой, тяжелый какой. Ух ты, смотри, это же роза. Да, только очень огромная. Давай ее подарим маме. Но как мы ее дотащим? И тем более мы вообще не знаем, куда нам идти домой. Да, кажется, я помню дорогу. Пойдем за мной и попробуем донести цветок. Караул! Караул! Игрушки пропали! Караул! Вперед! В погоню! Смотри, вот уже арка. Осталось чуть-чуть. Ну и тяжелый же этот цветок. Зато мы покажем его, и нам поверят, что мы были в какой-то очень удивительной стране. Давай еще чуть-чуть. Куда это вы собрались, мои игрушки? Бежим скорей, скорей бежим в арку. Догоню. Оп. Все-таки удрали, негодники. Ой, ой, еле ноги унесли. Ой, даже отдышаться не могу. Ой, а я вас везде ищу. Где же вы были? Ой, не спрашивай. Почему? Мы были в стране Гигантии. Гигантии? А что это? Это такая страна, где камни, как наши горы.
А обычные цветочки выше наших самых высоких деревьев. Ой, ну ничего себе, прям как в сказке. А ты, кстати, чего здесь делаешь? Я пришел сказать, что мама зовет кушать. Кушать? Кушать это хорошо. Я такой голодный. Ну пойдемте скорей, все только вас ждут. Пойдем. А цветочек для мамы я все-таки захвачу. Чудесного всем дня!